за счет строительства и реконструкции 37 школ на 18 506 ученических мест. Полностью ликвидировано обучение в трехсменку. Двухсменный режим обучения сохраняется только в 70 школах. При этом уже 65% наших детей занимаются в первую смену. То есть, если в 2009 году в республике насчитывалось 35 тысяч, почти 36 тысяч ученических мест, то к концу 2016 года мы их получили более 50 тысяч. Охват детей от 0 до 7 лет дошкольного образования увеличился с 7,4% до 27%. Иными словами, если в республике численность дошкольных образовательных учреждений составляла 29 всего лишь объектов, то к 2017 году мы подошли к показателям 60 дошкольных образовательных учреждений.